Когда в 1777 году драгуны Владимирского полка приступили к строительству Ставропольской крепости, никто и помыслить не мог, что очень скоро на этом месте возникнет один из самых могущественных городов на Северном Кавказе. Ставропольская крепость была одной из 10 крепостей на Азово-Моздокской линии, которая защищала южные территории России от бесконечных набегов и грабежей со стороны горских племен. Шла Кавказская война, и закладывать в этих местах гражданский город властям представлялось полным безрассудством. Но уже в 1859 году, когда в Ставрополь привезли взятого в плен имама Шамиля, он был потрясен увиденным и спросил у сопровождавших его русских офицеров: «Неужели и Петербург такой же великий?» Ему ответили, что Петербург во много крат больше и богаче, но Шамиль в это не поверил. Действительно, в середине 19 века Ставрополь уже был довольно просторен и отличался от большинства южных городов европейской архитектурой. В городе были разбиты бульвары и парки, украшенные искусственными бассейнами. В магазинах продавались английские и французские товары, а по мощенным улицам передвигались уже вошедшие в моду богатые экипажи. По вечерам в Воронцовской роще выступал полковой оркестр, исполнявший патриотические марши, вальсы и мазурки. А ночной город освещали 150 керосиновых фонарей, что по тем временам считалось большой роскошью. Когда Ставрополь праздновал свое столетие в 1877 году, петербургские журналы писали о нем как об одном из лучших губернских городов России. Вообще-то история Ставрополя не как крепости, а именно как города, начинается в мае 1785 года. Именно тогда город получил право на гражданское управление во главе с избираемым магистратом. Правда, на первых выборах магистрата произошла небольшая заминка. Из самых достойнейших граждан сумели отыскать всего 2 грамотных, да и то с большим трудом. Город в те времена ничем не отличался от обычной деревни. Большая Черкасская улица, это нынешний проспект Карла Маркса, хотя и считалась центральной, но в дождливую погоду превращалась в большую сточную канаву, весьма привлекательную для уток, свиней и прочей домашней скотины. В районе Нижнего рынка располагалась казачья станица, заселенная волжскими и хоперскими казаками, которые подозревались в сочувствии пугачевскому движению, а потому были сосланы на Кавказ. А по другую сторону Большой Черкасской улицы постепенно разрасталась солдатская слобода. Отставные солдаты покидали крепость и строили себе небольшие деревянные или саманные дома, обзаводясь хозяйством. Осенью Большую Черкасскую так размывало, что попасть из солдатской слободы в казачью станицу было почти невозможно. Впрочем, было у горожан одно весьма полезное и даже прибыльное увлечение. Они повсюду высаживали тутовые деревья и китайскую шелковицу. За каждое посаженное дерево им назначалось ежегодное пособие – 10 копеек серебром. Власти решили устроить здесь базу для развития шелководства и в огромных количествах завозили в Ставрополь саженцы, покупаемые на юге Франции. Этот период вошел в историю города под названием «Шелковой лихорадки», результаты которой до сих пор украшают многие улицы нашего города. В ту пору административным центром Кавказской губернии был Георгиевск, а Ставрополю была заготована участь обычного уездного городишки. Однако в начале 19 века в Георгиевске одна за другой вспыхивают эпидемии холеры. Судя по архивным документам, эта зараза более всего привязывалась к государственным чиновникам. Даже петербургские газеты окрестили Георгиевск кладбищем коллежских асессоров. А потому в 1822 году по ходатайству проконсула Кавказа генерала Алексея Петровича Ермолова административный центр Кавказской области был перенесен в Ставрополь. Здесь, на месте нынешнего дома книги, был возведен дом командующего Кавказской оборонительной линии, главный символ областной власти. Тем более, что эта должность совмещалась с должностью генерал-губернатора, который, по сути, был представителем самого императора на вверенной ему территории. Когда командующим был Алексей Александрович Вильяминов, он распоряжался вечерами запускать фейерверки на площади около своего дома. При этом он говорил: «Хочу посмотреть на лица горожан». Люди стекались на площадь со всего города, а он в полном одиночестве стоял на парадном крыльце своего дома и вдумчиво вглядывался в их лица. При этом выражение его собственного лица было таковым, словно он решает какую-то сложную математическую задачу. Человеком он был неординарным, потомственный дворянин.
герой Бородинского сражения, друг генерала Ермолова, сподвижник императора и вместе с тем поклонник поэзии Лермонтова, которого не раз приглашал к себе в дом, несмотря на явно опальное положение поэта. А когда в Ставрополь прибыла очередная партия сосланных на Кавказ декабристов, он устроил для них обед в своем доме, хотя накануне получил из Петербурга строжайшее предписание обращаться с ними, как с государственными преступниками. Современники говорили о Вильяминове так: «Честный и верный слуга государя, но с властями держит себя самостоятельно». А до Вильяминова командующим был легендарный генерал Эммануэль Георгий Арсеньевич. Это при нем Турция в очередной раз объявила войну России, взяв в союзники карачаевского князя Крымшамхалова. Не дожидаясь, пока их войска подойдут к Ставрополю, Эммануэль сам выступил на Карачай. 20 октября 1828 года состоялось первое и последнее сражение в этой войне. Уже на следующий день Крымшамхалов с просьбой о пощаде принял российское подданство. И в этом же году под предводительством Эммануэля турки были выбиты из Анапы. Ставрополь окончательно перестал быть приграничным городом, превратившись в центр всех гражданских и военных учреждений Северного Кавказа. Сюда для временной стоянки стекались российские войска. Здесь на постой останавливались высшие военные чины, постоянно окруженные купцами, подрядчиками, торговыми агентами, которые занимались поставками провианта и амуниции для армии. Жизнь города в эти годы была весьма оживленной. На этом месте располагалась одна из самых известных гостиниц того времени, вошедшая в летопись города как «Найтаковская ресторация», поскольку ее управляющим был грек Петр Найтаки. В одном из донесений военного министра на имя губернатора говорится: «Офицеры, командированные на Кавказ для участия в военных делах, производят разные беспорядки, и особенно в Ставрополе, где собираются в один известный трактир, занимаются картежной игрою, проводят время в неумеренных пиршествах, отчего ссорятся и, наконец, вызывают друг друга на дуэль». Речь шла как раз о Найтаковской ресторации, в которой, к слову сказать, останавливались многие известные декабристы, переведенные из Сибири на Кавказ, и в которой состоялась историческая встреча Михаила Лермонтова с Александром Адаевским. Это было в октябре 1837 года, когда Ставрополь посещал император Николай I. Был вечер. По Большой Черкасской поднимался кортеж императора в окружении темной толпы, несущей смоляные горящие факела. Адаевский вышел вот на этот балкон и выкрикнул на латыни: «Здравствуй, император! Идущие на смерть приветствуют тебя!» Михаил Лермонтов был свидетелем этой дерзкой выходки и страшно испугался за Адаевского. Однако Адаевского никто не тронул. А вот Большую Черкасскую вскоре после визита императора Николая переименовали в Николаевский проспект. Николай I провел в Ставрополе всего два дня. Посетил гостиные ряды, поприсутствовал на открытии мужской гимназии и принял участие в бале, который организовал в его честь командующий Вильяминов. Наутро император отбыл в сторону Черкасска. По дороге обозвал кучера дураком, после чего кучер долго настаивал, чтобы факт общения с императором России внесли в его личное дело. Ставрополь Николаю не понравился. Он показался ему слишком скучным, слишком грязным, слишком провинциальным. Николай даже высказал мысль, что неплохо было бы перенести столицу Кавказской области куда-нибудь на Кубань. Однако генерал-губернатор Вильяминов с этим был категорически не согласен, и ему удалось отстоять свою точку зрения. Буквально через несколько месяцев Вильяминов скончался. И должность генерал-губернатора занял Павел Христофорович Граббе. 16-летним подпоручиком он уже участвовал в боях с наполеоновскими войсками, где за проявленное мужество получил Золотой Крест и Орден Святой Анны. В годы Отечественной войны был адъютантом самого Кутузова. Оказавшись в Ставрополе, поставил перед собой цель – привнести в этот город европейскую культуру. Первое, что он сделал, освободил от налогов предпринимателей, вкладывающих деньги в капитальное строительство. И в городе тут же начали появляться шикарные каменные особняки. Он побуждал состоятельных горожан всерьез заняться современной меблировкой своих домов и настоятельно рекомендовал им обзаводиться приличными экипажами для выездов. Город постепенно приобретает щеголеватый вид, а купеческие кланы устраивают между собой настоящее соревнование.
в области градостроительства, не жалея при этом денег на широкие благотворительные жесты. В начале 40-х годов купец первой гильдии Гавриил Тамамшев пожертвовал 45 тысяч рублей серебром на строительство грандиозного водопровода от родника Аульчик до гостиного ряда у Крепостной горы и далее до ярмарочной площади у Тифлисских ворот. На протяжении всего водопровода он соорудил искусственные бассейны, из которых горожане могли черпать воду прямо ведрами. До этого воду в Ставрополь привозили на бричках из близлежащих родников и продавали по 1,5 копейки за ведро. Но воды все равно не хватало, и в жаркие дни у бричек выстраивались огромные очереди. Словом, Гавриил Тамамшев сделал неоценимый подарок городу. Кстати, Тифлисские ворота, именуемые тогда Триумфальной аркой, тоже были построены на его деньги. Но именно водопровод стал символом новой жизни города. Самый большой бассейн с питьевой водой находился на этом месте. Правда, зимой он замерзал, превращаясь в огромный на всю ширину улицы каток. По свидетельствам очевидцев, горожане здесь часто падали и разбивали себе головы. Чуть позже, в 1845 году, купец Иван Ганиловский строит здание первого на Кавказе русского драматического театра, о котором писали, что оно могло бы украсить не только Ставрополь, но и любой столичный город. На его сцене зрители впервые увидели «Горе от ума» Грибоедова и «Гоголевского ревизора» – пьесы, запрещенные театральной цензурой в большинстве российских городов, включая Петербург. Говорят, что Грибоедов, будучи в Ставрополе в 1826 году, читал свое «Горе от ума» лично генерал-губернатору Горчакову, с которым был хорошо знаком. Губернатор был в восторге. А главное, поди-ка послужи. Служить бы рад, прислуживаться тошно. Вольнодумие в Ставрополе было естественным. Во-первых, здесь всегда было множество политических ссыльных. Во-вторых, даже среди богатых людей очень часто встречались выходцы из простых крестьянских семей, которые сбежали на Кавказ из Центральной России. Взгляните на эту фотографию, сделанную в 1911 году. Высшие ставропольские чиновники отмечают 50-летие со дня отмены крепостного права. В Ставрополе его отмечали особенно пышно и торжественно. Однако вернемся к середине 19 века. Год 1845. Вот здесь, на улице Советской, которая до революции называлась Комиссариатской, купец первой гильдии Игнат Волобуев начинает за собственные деньги строить целый комплекс государственных учреждений. В течение 5 лет им были построены губернское правление, типография, казенная палата, канцелярия губернатора, казначейство, приказ общественного презрения и даже полицейское управо. 256 тысяч рублей серебром вложил в этот архитектурный комплекс сын простого крестьянина из Черниговской губернии. По тем временам это была астрономическая сумма, примерно вдвое превосходящая годовой оборот всей торговли такого города, как Пятигорск. Откуда же брались такие деньги у ставропольских купцов? Несомненно, что первые крупные капиталы были заработаны на поставках провианта в российскую армию. Армия нуждалась в хлебе, армия нуждалась в мясе и, наконец, армия нуждалась в вине. Все это закупалось по стабильным государственным ценам и, конечно же, послужило толчком для развития ставропольского предпринимательства.